Так, дорогие друзья, аттракцион «Бустер». Сколько высоту? 40 метров. Всего лишь 40 метров. Я думал, метров 200, а там 40. Можете попробовать? Да, давайте. Куда мне сегодня? А с какой стороны спрашиваю? Я думал, вот с этой. Наверное. Я один поеду. А там, может, кто-то еще хочет самоубиться, нет? Нет, пока никого не хочет. Как зовут мою убийцу? Юлечка, ты хорошо пристегиваешь. Я постараюсь. Ничего не обещаю. Давайте. Покажи, я дай ручкой помашу. Всем пока-пока-пока. И там можно долго висеть, да, потом? Самое главное, чтобы я не все взял, то, что надо было. Они, прикиньте, вот все это время, пока я тут одевался, висели с той стороны, там высоко наверху. Ну что? Всем пока-пока, ребята. Я чувствую, что мы поехали. Она уже готова нажимать. Все. О, Господи. О, Господи, это всего лишь 40 метров, ребята. Мать вашу. Ай-я! О! Ёк-макарёк. Посмотрите, небо! Анапа! Вот это круто! Вообще лайк, ребята! Делайте так каждый день, и голова, и спина болеть не будет, прям обещаю! Круто! О, все! Ах, ах, теперь будут скидывать тех, кто вверху сидят! А где-то это еще было не все. Слушай, в эту сторону страшнее. Я туда привык лететь. Вообще по кайфу. Я хочу домой. Это какой-то снежный. В натуре бустер. Назад вообще не прикольно. Смотрите. Это мы уже тормозим. Вот это перегрузки, а. Ёк-макарёк. Фу, хоть бы меня сняли, а. Нет, не меня. Я хотел еще пожаловаться, еще 3 минуты, как бы мне уже можно выходить. Ух, походу это еще не все. Там было написано 3 минуты аттракцион. Он что, сломался? Слушайте, Евростар, Господи, нет. Евростар нервно курит в сторонке, я могу сказать. Представляете, вот так вы поднимаетесь над Анапой, только там был гораздо жестче движ. Фу. Вид, конечно, завораживающий. И тут ты такой в небе болтаешься, 40 метров. Мне интересно, меня спустят или нет. Если сейчас мне придется еще 3 минуты, я думаю, что... Это будет что-то нереальное. Бесплатное колесо обозрения. Мне кажется, что я на высоте примерно колеса обозрения. По ощущениям. Только здесь ты крутишься. Зачем я согласился? Кто-то мне задонатил, ребята. Решили избавиться просто от Азаровского. Я сегодня уже не хочу никуда идти больше. У меня такое чувство, что я поеду домой. Самое печальное, что сидишь наверху и не знаешь, когда тебя спустят. Господи. Самое главное, что мы пока еще живы.
Ребята, вы посмотрите на эту высоту, где я нахожусь. Это пипец, просто пипец. Ой, ой.